тем, что я потеряла сестру, у меня было депрессивное состояние больше года, и я не могла выйти из этого состояния. Слезы, слезы, слезы перед глазами постоянно. Я себя винила в чем-то там, и детей ее винила, что, допустим, они не любили, может, ее или плохо смотрели. В общем, все кругом были виноваты, и я не знала, как выйти из этого состояния, хотя я тоже занимаюсь практиками разными. Оказывается, человек сам себе не может это, когда близкого человека теряет, не может себе помочь. Вот. Я тоже по телевизору увидела, хотя тоже искала психолога, но очень много низкоквалифицированных, как сказать, психологов. И меня потянуло, я позвонила сразу, ждала ответа, ответ пришел, я очень рада, что я сюда попала, что я наконец-то вышла с этого состояния. И вам всем спасибо, что вы меня поддержали. Вот. Игорь, тебе спасибо большое тоже. Ну, я очень счастлива, что теперь я хоть начну жить, улыбаться и любить жизнь. Что-нибудь сюда? Мы Хазара хотим послушать. История, честно говоря, у всех одинаковая. Так что ничего нового нет. Оказывается. Каждый приходит сюда с какими-то своими болячками, проблемами. И я в том числе. Поэтому сегодня вот два дня эти мы здесь. Я благодарю, наверное, телевидение КТК, благодарю, что я увидел эту программу. И вот мы здесь все побыли. Одна аура, одна энергетика, как вот уже было сказано. Мы все здесь собрались, действительно близкие люди, уже стали родные за эти два дня. Большое спасибо всем, я вот всех люблю, всех благодарю, Игорь, благодарю. Преклоняю перед всеми головы и готов всех расцеловать.